вопрос. Всего 10 минут. За 10 минут это без смертей не пройти. То есть этот мод автоматически сам сбрасывает на самое начало, когда ты умираешь. Чтобы облегчить этот вариант. В Вори, например, такой темы не было. Поэтому нам приходилось... Нам приходилось... Выходить, удалять. Все. До тех пор, пока я до рыцаря не дойду, можете не клацать, в принципе. Сейчас-то все легко. Нет. Можно, конечно, еще ачивку попытаться выполнить. Опа! Вот это попадос! Вот это попадос, ё-моё. Вот это попа... Ёооо! Ты чё делаешь-то вообще? Играю ли я в MMORPG? Нет, не играю. Не легла душа к ММО. Пытался как-то играть в World of Warcraft. В том-то и прикол, тут легко, а ты умираешь. Так я потому что пристреливаюсь, ну... Это просто тренировка, но... А, так вот, играл как-то я в World of Warcraft. Как он? Так и называется, по-моему, да? Просто World of Warcraft. Какой там играл-то, я уж не помню. Поиграл что-то все лето, прокачался до 20 уровня, и надоело мне все это. Достаточно быстро. Так что как-то так. Десять подписок мы всего за сегодня набрали. 10 подписок. Ну, даже не 10, там поменьше на 3, потому что у меня уже было больше немножко. Да, там было 669 на начало стрима. Сейчас 676. 7 подписок по факту. Ё-моё. Если по 7 подписок каждый день. Да и то не факт, что каждый день. Потому что на Айзеке, например, вообще никто не подписывался. Titan Souls немножко помог. 676, да? Давайте посчитаем. Нет, слишком сложно. Счет и калькулятор нужен. Так, 1000 минус 676, 324. Делим на 7 подписчиков каждый день. Через месяц, слушайте. 46 дней. Ну окей. 46 дней до того, чтобы набрать 2000 подписок. Сорок шесть дней, не полгода, да. Ну это да. А когда-то я этот участок не мог пройти в течение 6 минут, наверное. А то и больше, что и 10 минут на него тратил. Но со временем все хорошо. Становится. Последний раз, да, получается. Да. А жаль, то это на соус-то в топич. Я, кстати, могу доту еще постримить так-то. Павы пойдем гонять левые. У
если это кому-то интересно еще. То есть, допустим, Dota за все время ее стриминга принесла мне, наверное, меньше подписчиков за все время, чем вот я за этот месяц получил на всяких Titan Souls и Ori and the Blind Forest. Только у меня почти 23, у меня 21. Почти 21. Плюс 2 получается. Из Екатеринбурга, небось. Или Магнитогорска какого-нибудь. Как она там, Челябинская область. Там плюс 2, я знаю, у меня знакомые есть оттуда. Ну как знакомые, знакомые, подписчики. Друзья. Все дела. Почти, ну, плюс-минус. Часовой пояс тот же просто. Не, я ж не знаю, я назвал только два города, которые я знаю по подписчикам и по друзьям. Так-то я вообще ж не шарю, какие там города в этом плюс два. Джим, это сколько это по Гринвичу-то, я не знаю даже. Плюс два от моего, то есть плюс пять, по идее, от GMT Гринвича. Вроде как. Пермь уже 3. Ну вот, я говорю, у нас уже GMT плюс 3. По Москве. Москва же GMT плюс 3. Ну или там, там же еще сколько-то мудрений с переводом на зимнее и летнее время было. Я так и не понял, как это в итоге сказывалось на отношении ко времени Гринвича. И фиг знает. Да, сейчас на сундуке сольемся по-бырому и нормально. В патике пойдем. А, Пермь уже 3 города. В Перми разве плюс 2 часа? Серьезно? А наш относительно недалеко от меня. Хотя. Казань. Хм. Ладно. Прохладно. Окей. Не слились. Спасибо за подписку, Анамнезис. Анамнезис. Большое спасибо. Рада тебя видеть на стриме. Будем рады видеть еще до розыгрыша Вора и Kerbal Space Program и футболочки с titan.com. Осталось со всего ничего. Просто оставайтесь с нами, друзья, и вы обязательно не пропустите этот розыгрыш стрима, у нас ежедневно. А еще можете вступить в группу, там тоже тема. Каждому такое говорить, что ли? Да, придется. Мне ж не сложно. Пока не так часто подписки идут. Не страшно. Не устанет язык говорить. Не устанет. Так, сейчас главное не зафейлить тут план. Раз, два, три. Опа! Сейчас он стрелять будет. Раз, два, три. Да ё-моё, давай уже. А, как не попал-то? Ё-моё. Как ты не попал? Как ты вдруг не попал? Так, ладно, раз, два, три. Хорошо. Такс. А что это тут у нас намечается? А неужто? Ну, те два босса, в принципе, несложно, конечно.
Го в дотку, когда обнова 6.84 выйдет. Не, я до 24-часового стрима зарекся не играть пока в дот вообще. Сегодня, может, только немножко поиграю. Одну, может, две максимум катки. Снова больше не буду никогда играть. Так что, друзья, не. Давайте в другой раз. Даже 6.84 меня в этом не убедит. До 24-часового стрима не ногой. Может, даже сейчас не буду. Пойду нафиг спать. Пойду спать и покупать есть Ролтона за доначенное 30 рублей. От замечательного человека, конечно же, имя которого я почему-то забыл. Но он начинается на Е. Йенгвио или как-то так. Ё-моё. Своих донатеров уже начал забывать. Ну что такое? Евлогиус. Евлогиус. Да. Задонатили 30 рублей, могу позволить себе Ролтон сегодня. Нянка Рерити. А что там будет, ты спрашивал про 24-часовой стрим? Или ты про реально патч 6.84? Ты же не играешь в доту. Вроде как ты говорил, что... Да, я видел там, я читал изменения эти. Ух, что теперь саппортящий алхимик с аганимом просто-напросто и все. Все с аганимами просто будут. Я играю иногда. А, ну тогда понятно. Тогда ладно. Тогда ты в теме. Что-то у меня уж даже уши устали, серьезно. Но надо Ариэле завершать уже эту тему. Может быть, нам удастся сегодня? Может быть. Неужто, неужто удастся? А может и не удастся, кто его знает? С моим не удастся. То в лол, то в доту. А у меня как-то не прижилось, поэтому я только в доту. Ну, ходс еще есть, конечно, да. Но ходс надо только в пятером играть. Желать опционально, да? Довольно важная опция, на самом деле. Ой, как же я сегодня не играл. Так, ладно. Ладно, прохладно. Где мышка? А Макарка только в лол, например. Вот так вот. Мне неохота бежать, на самом деле. Да ладно, прогуляемся. Ты еще, наверное, из-за фейсханта играешь. Шутка. Начались шутки про лолеров, сейчас пойдут. Какая разница, кто во что играет? Все же знают, что дота лучше. Он сейчас прошутит про гей-клуб какой-нибудь. Ой. А что будет в 6.84 в дота... Анамнезис? Здравствуй. Дота вызвала тебя к нам в чат. Это замечательно. Там будет очень много чего. Тут сверху была дана ссылочка на это. Не успел. С изменением всех описаний. Да. Ну ты меня там не видел, значит нет. Да, правда. Правда что? А может он тебя там видел? Парам-парам-пам. Ну, ладно, все, надо, блин, реально завершить эту фигню. 14 минут уже идет. Уже 14 минуты пытаемся ее развалить.
Еще два босса, они не сложные, по идее. Главное там просто нормально себя вести. Все будет хорошо. Если только мы, блин, не запоримся на этом чертовом цветке внезапно. Но мы не должны. Мы не должны. Можно сначала на цветок сходить. Можно и на цветок. Можно сходить поспать, например, ё-моё. Я неправильно, Паш. Absolutely wrong direction. Direction. Я просто твое лицо не знаю. Дилемма. Там никто в лицо друг друга не смотрит. Конечно. Так, тут сейчас надо очень скиллово это все делать. Да. Тайминги. Ладно, ребят, пошутили и хватит. Если, блин, мы в три человека будем уже начинать друг про друга что-то загонять, то, блин, что же начнется, когда у меня будет 100 тысяч подписок? Мне придется включать саб-мод, а это нехорошо. С той точки зрения, что не все могут себе его позволить. Ну, раз вы не можете его себе позволить, то сидите в чате, то и не пишите в чат, да, как говорится. Понятно. Так. Вот сейчас тоже достаточно опасный момент может возникнуть. Главное не затупить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как плохо-то все. Нормально. Начали шутки про фейсхантов, сразу минус 35 зрителей, да? Это дело такое. Теперь они за тобой выехали. Тебя по IP вычислят и найдут. Фейсхантеры. Ну ладно, цветок комплит. Остался один, как один кривой босс на самом деле. Но он тоже по факту несложный. Фейсхант это... стиль героя в Хёрдстоун. Стиль сборки карт. Комплект карт. Фейсхан, который бьет в лицо. Типа фейс, лицо, хант, хантер. Но у меня же динамический, я тоже так думал. Но за мной-то уже едут. Так что я думаю, за тобой, в принципе, могут выехать. Так что я бы был настороже на твоем месте. А у них джипов хватит? Ну, наверняка. У них же у всех по джипу, у каждого. Возьмут у кого-нибудь парочку. На время погонять и приедут. Будь уверен. Будь уверен, еще как приедут. Уж мне ли не знать. Третий час жду. И, ну, в принципе, момент истины, да. Мы сейчас можем слиться по фасту или, в принципе, смочь сделать то, зачем мы сюда пришли. Так. Фу, неплохо. Там аж чат сломался, по-моему. Я не знаю. Ну, у бати джип найдут. Так что вот как-то так. И сейчас соул. Ой, как соло, как сыкотно. Слушайте, что-то мне реально сыкотно стало.
Никогда цикатно не было. А вы там в чат, небось, пишете что-нибудь. У меня ж что-то написал disconnect. Надо обновить reload чат. Блин, чуваки, теперь я начал ссать, реально. Это же последний босс. Да! Просто first shot! Как Кирита-сенсей, Нянка Рэрити. Специально для вас, Double D, прошел игру без смертей. Стал железным человеком, получил ачивмент Iron Human в прямом эфире, только на лучшем стриме на Руси. Ну и на этом я с чистой совестью могу закончить свой стрим сейчас. Дотки, скорее всего, не будет. Спасибо за то, что подошли, смотрели. Горе тем, кто кого не